«Тяжело в учении, легко в бою», — говорил Александр Суворов. Заветы легендарного полководца за 200 с лишним лет не потеряли своей значимости. А наоборот, они актуальны и сегодня, и звучат для бравых ребят, решивших связать свою жизнь с военным делом. Тверское суворовское училище каждый год принимает в свои ряды десятки мальчишек со всей России. В этом году клятву верности родине дали 95 курсантов. 27 человек из них являются тверетянами. С 2009 года в училище возобновился набор с 5 класса. И теперь основное большинство сегодняшних курсантов составляют мальчики в возрасте 10 лет. Нынешние первокурсники серьезно боролись за звание носить гордое имя суворовцев. На одно место в училище претендовали сразу 3 школьника. Вступая в ряды суворовцев, торжественно клянусь любить свою родину, свой народ, быть преданным своей стране, настойчиво учиться и готовить себя к службе Отечеству, изучать и знать боевые традиции армии, помнить и выполнять заветы Александра Васильевича Суворова. Верю в то, что каждый день будете следовать каждому слову, произнесенному клятве. Я не сомневаюсь, потому что уверен, что вас правильно воспитали, коль вы выбрали столь тяжелый, столь ответственный, самое главное, правильный путь. Многочисленная армия суворовцев пополнилась почти на сотню храбрых ребят. Они продолжат историю Тверского суворовского училища и, возможно, повторят подвиги своих старших товарищей, 9 героев Советского Союза, социалистического труда и героев России. Будьте достойны их подвига, их вкладу в дело укрепления обороноспособности нашей Родины и ее экономической мощи. Многие ребята решили пойти по стопам своих дедов и отцов, продолжая военную династию в семье. Однако есть и те, кто еще с малых лет мечтал стать суворовцем. Будет расти, защищать и свой дом, свою страну. И мечта его сбылась. Он мечтал это еще с детского садика. Я чувствую гордость, очень приятно. Ну, его мечта была стать суворовцем. Ну, что еще? Пускай мечту воплощает, учится хорошо, что могу сказать. А вы откуда? Мы из Тверской области, с Лесного. Так что вот, один-единственный с Лесного района у нас пока. Да. Спасибо. Удачи. Впереди у первокурсников годы учебы. Они не будут такими красивыми и легкими, как этот день. Им предстоит усердно постигать знания, укреплять физическую форму и, конечно, выполнять заветы Суворова. Быть преданными Родине, честными и справедливыми. На глазах у родителей, которые не сдерживали слез радости, вчерашние школьники сделали свой первый шаг, чтобы стать офицером. Получили удостоверение суворовца. С этого дня они перестали быть просто сыновьями или внуками. Теперь они наследники прославленного полководца. Юлия Ильичева, Виталий Осипов, РЕН-ТВ, Пилот.